Приветствую, друзья! С вами Антонина, и мы сегодня решили пообедать в кафе «Итиль». Это кафе находится между Тольятти и Сызрани. Ну, точный километраж не могу сказать, но я хочу показать красивое убранство. Вот. Немножечко пройдемся. И покажу, что мы уже заказали. Даже вот Сбербанк банкомат иметь. Посмотрите, трое часов висит на стене. Вот они уже. Там туалеты. В туалетах очень даже хорошо, уютно. Сейчас пройдемся. Здрасте. Вот такие здесь апельсинчики, мандаринчики. Красивые, посмотрите. Пол очень красивый, нарядный. Смотрите, красиво украшено. Вот здесь у нас меню висит. Очень уютно, красиво. Посмотрите, окна сделаны как иллюминаторы. Кофемашинка вот здесь вот такая вот. Красиво. И вот, пожалуйста, что у нас имеется в продаже. А выбор очень большой. Салатов. Много салатов разных. Мы с капустой любим. Первые, конечно, щи тут. Вот, смотрите. Есть хлебница. Зал очень красивый. И выбираем. Выбираем. Тут вот выпечка. Вот на стене, смотрите, как красиво просто. Идти. Вот новогоднее убранство. Я вот так все показываю пол, чтобы видно было. Цену тоже видно, но очень вкусно, аппетитно выглядит, а запах просто не передать словами. Я уже сейчас готова все проглотить, наверное, очень мы проголодались. Сегодня 30 декабря, завтра Новый год, 2020 год. Вот здесь такая симпатичная Снежана нас обслуживает, он красиво, мило улыбается, но она нас уже обслужила. Так что сейчас я покажу, что мы купили. И будем сейчас обедать. Спасибо вам, Снежан. Конечно. Мы из Димитровграда. Едем с Волгограда. Очень. Может, родственница даже. Вот, компоты. Еще вот смотрим компотики. Так, дошли мы до десерта. Десерт, пироженки. Но я название не вижу, конечно. Ну, цены без этого вижу. Ну, неважно. Выглядит довольно-таки вкусненько. И здесь у нас вот это самые вкусняшки. Вот такие вот. Слоеное тесто я тоже люблю. Вот. Здесь администратор. Я снимаю с разрешения. Это администратор Светлана. Кафе «Итиль». Так что я снимаю с разрешения. Вот здесь. Здесь соки, воды. И мороженое даже. Видите, мороженое Ваня-Маня. Кареновское мороженое пломбир. Я очень люблю коробку. Кареновское. Вот. Так что все здесь есть. И шоколады. И спиртное здесь есть. Здесь есть. Вот у меня супруг заждался уже. Вот мы купили. Давай, кушай, любимый, кушай. Давай. Я ему сказала, не кушай, пока я не доберусь до тебя. Вот. У нас щи. Это
пюре, это печенка куриная, очень вкусно, он мне сказал. Вот, мы сейчас будем обедать. И компотики взяли. Кушай, любимый. Я хочу еще показать вот здесь елку новогоднюю. Смотрите, красивая. И здесь у них еще есть вот такая детская полянка, очень красивая, нарядная. Для, для деток комната. Вот, так что телевизор кругом. И вот так на улице тоже есть такая детская площадка. И кафе идти. Отсвечивает, наверное. Ну вот, друзья мои, я показала вам кафе идти. Как здесь все это уютно выглядит. Вот сегодня 30-е. А окна, вот видите, висят здесь. Шторки жалюзи, скажем, из гирлянд. Очень красиво. И уютно в кафе. Чистота идеально. И порядок очень красивый. И новогодняя елка. Ну вот, всем пока. До новых видео, друзья мои. С вами была Антонина Абрамкина. И вы на нашем канале. До новых видео в 2020 году. Всех вас поздравляю с Новым годом. Люблю, обнимаю. Пока.